тушению привлечены 22 единицы техники и 75 человек. К месту ЧП отправлены два пожарных поезда. Возле города Южной Одесской области возник масштабный пожар на предприятии «Дельта Вилмар». Об этом сообщает Думская во вторник, 6 ноября. По информации журналиста Ольги Годовенко, на территорию завода, который занимается производством масел, никого не пропускают. Сначала из-за забора был виден только дым, однако сейчас уже можно разглядеть огонь. По предварительной информации, произошло возгорание масла в компрессорной. По состоянию на 20 часов 0 минут площадь пожара составляла 40 квадратных метров, а через час уже 1500. Проводится эвакуация персонала завода и со всех предприятий, расположенных поблизости. С Вилмара тем временем вывозят емкости с маслом, говорится в сообщении. Сейчас к тушению привлечены 22 единицы техники и 75 человек, создано 3 оперативных участка и штаб. К месту ЧП отправлены два пожарных поезда.